Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил Алексею Коробкову стать временно исполняющим полномочия главы Новокуйбышевска. Ранее Коробков занимал пост главы Куйбышевского внутригородского района Самары. Что было сделано за это время и с каким настроем Алексей Коробков приступает к новой работе, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентам «Самара ГИС» сразу же после встречи с главой региона. 5 лет я провел в должности главы Куйбышевского района. Конечно, за это время район стал мне родным. Конечно, многое вместе с командой сделано. Выстроен, прежде всего, контакт с людьми. Безусловно, проблемы сохраняются, но это как раз город миллионный, живой организм. Они всегда есть. Есть вещи, которые мы действительно сделали. Я хочу отметить, что мы вместе с командой и жителями, безусловно, полностью упорядочили систему управления жилищным фондом в районе. Сегодня созданы все рыночные условия в районе, работают управляющие компании, работают действительно, можно сказать. Мы за 5 лет с командой восстановили 5 мемориальных объектов, один возвели полностью в сквере ветеранов, установили мемориал в память ветеранам внутренних войск МВД России. Мы реализовали много проектов по ремонту внутриквартальных проездов в рамках программы «Комфортная городская среда». В общей сложности более 50 дворов привели в порядок. Ну и, конечно, наша большая общественная территория, сквер Куйбышева, сквер Речников, Ерик-парк совместно с коллегами из города, благодаря, опять же, федеральной программе «Комфортная городская среда». Мне поступило предложение от губернатора нашего региона Вячеслава Андреевича Федорищева, учитывая опыт, поработать в соседнем, таком же родном городе Новокуйбышевск. И предложение я, безусловно, с большим желанием принял.